Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите «Династию Ллойд. Застройщики». И это уже 49-я серия нашей династии. Всем добро пожаловать! И да, давайте мы отожмем с паузы. Мы начинаем с того же места, на котором мы остановились в предыдущей серии. Наш Нори познакомился с нашим садом. Да, проник в нашу лабораторию растений. И, кстати, заплатка на что-то скучает. Надо будет с ним обязательно повести светскую беседу, а то как это так? А тут как это так? Так, отлично, нам пришли лицензионные отчисления. Мне интересно, нам все-таки когда-нибудь придут отчисления за рассудительность или нет? Что ли, группа лечить или что? Я даже не могу себе представить, из-за чего могут они не приходить. Ну да ладно. В общем-то, что я хотела сказать о визите директора. Так, там себя кто-то плохо ведет, да? Ну да, я помню. Давайте, может быть, проигнорируем. Джулия усиленно смотрит на доску, старается не обращать на выходки другого ученика. Но тот швыряет очередной бумажкой так сильно, что попадает в преподавателя. Наконец-то кто-то другой попадает в неприятности, а Джулия выглядит как прилежная ученица. Ну, я тебя поздравляю, моя хорошая. Так, и на самом-то деле на эту серию у меня нету особых каких-то там супер грандиозных планов, скажем так. Но у меня планы по прокачке нашей Джулии, ребят, потому что я хочу скорее закончить ее жизненные цели. Детские две. Это непослушная проказница и это, конечно же, светский львенок. После этого я хоть немножечко успокоюсь, хотя на самом деле нет, потому что нам нужно с вами получить все нашивки скаута, которые только возможно получить в игре, для того, чтобы Джулия получила дополнительную черту характера, да, чтобы в будущем она могла еще быстрее, еще лучше прокачиваться. В общем-то, озабочена я ее прокачкой очень-очень сильно. Я надеюсь, что вас... Так, ну-ка бегом на работу. Ты что? Ты что? Ну-ка, давай. В общем-то, я надеюсь, что не сильно вас это напрягает. И вообще, надеюсь, что вас не сильно напрягает и не сильно вам надоедает то, что мы довольно-таки много и часто сидим дома и как бы основной упор делаем именно на то, чтобы прокачиваться. Вот, просто, ну, первое поколение, оно такое, знаете. Да, ну что, Нори, ты не скучаешь тут? Так, ну что, Джером, я хочу, чтобы ты, наверное, мне дописал книжку, может быть, хотя... Нет, я хочу, чтобы ты мне все-таки дописал книжку, потом ее опубликовал на самом-то деле. Да? О, уже через час на работу. Слушай, у нас тут нет случайно замены сна? Внимательность, гигиена, внимательность, кокетливость, гигиена, зелье молодости, гигиена... Вдохновение, вдохновение. Так. Да, надо будет за Филей нам поухаживать. Филя, что ж ты хочешь? Тебя ж мама кормила перед выходом или нет? Или не успела, а? Хороший мой. Ох уж этот Филя. Так, Джеромчик, покажи мне, что у тебя по баллам счастья. Давай, может быть, я тебе прикуплю зельюшку. Как ты думаешь? Кстати, 2000 баллов счастья. Это прям-таки круто. Мы бы могли поднакопить на что-то жаропрочный. Любят жару, высокие температуры не причинят им вреда. Это прикольно. Это прикольно. Закаленный. А что тут о климатизации? Практически не страшна жара, но высокие температуры все же имеют на них воздействие. Понятно. Может быть, решение проблем настроения? Давай я, наверное, тебе прикуплю. Да. И что у тебя... Что покажи, что у тебя есть вообще? Укротитель пузыря и чистоплотный. Ага, я поняла.
Так, а что тут есть такого интересного? Укротитель голода. Ну, в принципе, на него нам еще долго копить. Чистоплотный. Можно было бы поднакопить. Ну, ладно, посмотрим, в общем-то. А пока что это нам не так важно, не так горит, да? Давай, Джеромчик, скорее, скорее беги к сынишке. Да? И после этого... Отлично, мы с тобой... А что это? Решение проблем настроения. Ну да, после этого нам с тобой надо будет, значит, книжечку откопировать, да, создать копию и опубликовать. Вот. И после этого мы с тобой еще зелишку с тобой примем и пойдем на работку, да? Давай, давай, мой хороший. Все будет замечательно. Выпьем зелишку, и все будет окей. Так, сыночка, ты как тут? Так, нашему песелю плохо. Я смотрю, нашему песелю плохо. Неужели песель опять хочет в туалет? Нори, Нори, ты как? Скажи мне, солнышко мое. Так, ну что, хорошо все или нет? Филя, как твои дела? Скажи мне. Ну-ка, скажи мне. Так, все, все вроде хорошо. Собака, ты как себя чувствуешь? Ты как себя чувствуешь? Наверное, что-то не очень, да? Что ж, давай мы с тобой... Давай, Джером, выпей скорее зельешку. После этого быстренько сводишь собаку в туалет, потому что кто, если не ты? Филя тебе пока что помочь никак не может. Поэтому да. Только выпей, я тебя прошу, только не кидай ее нигде. Джером, вот ох уж мне эти симы, а вот 100% же ее сейчас где-то кинет. О, господи, нет, выпей, выпей, я тебя умоляю, Джером, пожалуйста. Ну просто, вот не капризничай, просто возьми и выпей. Давай, нет, не надо там ничего трясти, не надо ничего взбалтывать, там все в порядке. Поверь ты мне, там осадка никакого нету. О, господи, да идем мы на работу. Идем мы на работу. Сейчас. У нас собака хочет в туалет, похоже. Джером, не отвечай. Вот просто не отвечай. Только попробуйте нам продуктивность по вообще по... Не буду говорить. Да. Так, ну и куда ты поставил стакан? Мне интересно. Ну правильно, это же надо сейчас весь дом обойти. Вообще замечательно. Так, ребята, куда он дел стакан? Кто-нибудь видит? О, господи. Ладно. Ладно. Так. Отлично, отлично. Я все понимаю. Давай сюда скорее сади Нори. Ты уже скоро, как на час, опоздаешь на работу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все плохо, ребят. Все плохо. Хотела я попрокачивать Джерома в карьере его. Ну да. Боб, не грусти. Конечно, все прям не очень радужно, но ладно. Так, ну что, давай попросить сходить в туалет срочно. Срочно, давай. Джером, не тормози, я тебя просто умоляю, не тормози. Ну-ка, давай. Давай. Нори, пожалуйста, быстрее, я тебя просто умоляю. Я тебя просто умоляю. Да. И нам с тобой нужно будет его поднять. Сейчас посмотрим, может быть, он у нас еще захочет покакать. Нори. Нет, не хочешь? Давай тогда, отлично, давай поднять. Отлично. И... Да, давай, давай, скорее поднимай. Посади сюда. И, о боже, скорее, скорее беги на работу. А, кошмар, кошмар, просто кошмар. Все, Джером, давай, беги. Так, кстати, ты книжку отксерил? Да? Хорошо. Хорошо. Значит, опубликуем уже тогда после работы. Ничего страшного. Давай я копию положу вот в наш книжный шкаф. Замечательно. А, замечательно, да. Сейчас будешь у меня упорно работать. В этот раз я точно этого не забуду. Да. Вот так вот упорно работать. Ага. Все, да, упорно работать, больше ничего не хочу знать.
И да, сейчас у нас должна Джулия вернуться со школы. Джулия у нас, кстати, плюс-минус хорошо себя чувствует, что меня просто не может не радовать. Да, отлично. Отлично. Все. На сегодняшний день лучшая ученица. Все замечательно. Ты ж просто моя умничка. Давай не злись. Знаешь что? У нас с тобой миссия сегодня очень важная. Давай мы с тобой зови Мишель в гости. Будем с ней дружить. Будем с ней дружить, закрывать с тобой светского львенка. Да. А ты пока сходи, приведи себя в порядок, да? Угу. Отлично, скоро придет Мишелька. Это просто замечательно. Мишель, мы тебя ждем. О, вот уже и она. Вот уже и она, да. Переодевали мы с вами эту девочку на нашем стриме. На нашем первом стриме. Замечательно просто. Да, она в своей маскировочке у нас. Так, давай расскажем. Ну что, про любимых животных поговорим, да? Покажем ей, как у нас песель появился. Кстати, не прошло и двое суток, как наш песель наконец-таки лег спать. Боже мой, какое счастье! Я просто не могу поверить своим глазам. Наш Нори лег спать. Это просто чудо какое-то, ребят. Это просто чудо. Так, Мишелька, ты только не уходи, я тебя умоляю. Сейчас Джулия к тебе подойдет. Сейчас будем с тобой общаться, будем дружить. Да, давайте жизненную цель-то переключим. Вот. Все, вскочил, вскочил уже Нори. Скажи, Мишель, привет, привет. Я так рада, что ты ко мне пришла. А у меня дома, представляешь, кто появился? У меня дома новый друг появился. Как ты думаешь, кто это? Может быть, какая-то птица? Ой, а может быть и птица, я даже не знаю. Но нет, ну подумай, это все-таки не птица. Вот кого я недавно хотела? Ой, ну я даже не знаю, возможно, собаку. Только не говори мне, что тебе купили собаку. Да, мне купили собаку, представляешь? Так, давай узнаем получше и повосторгаемся леденцом. С Мишель, да? Скажи, боже мой, как это классно! И ты бы мне хоть позвонила, сказала, что у тебя такие тут новости вообще. Я ж так рада, ты не просто не представляешь. Питомец, это просто замечательно. Так, Варка, добро пожаловать домой, да? Добро пожаловать домой, моя хорошая. Что у нас с тобой? Да, у нас с тобой все плохо. Я думаю, что ты мне можешь пока пойти поспать немножечко, перевести себя в норму. Угу. Да, Джулик, давай, давай дружить. Давай дружить с Мишель. Что мы можем? Кстати, мы можем вручить подарок, да? Дружеский подарок. Давайте подарим зелье эмоций. Наш любимый подарок, который мы будем всем деткам дарить. Потому что мы его сделали с любовью сами. Так. Так, а что такое? А что такое? Не можешь подарок подарить? А что случилось? А что случилось, моя хорошая? Только не... Ой! Так, а что я нажала? Так, не-не-не-не! Все, спокойно, не-не-не. Я пошутила, это не я. Я просто не на ту клавишу нажала. Так, все, сейчас мы идем, Нори, не переживай. Сейчас мы тебя познакомим с девочкой, с Мишелькой. Ты даже не думай расстраиваться и плакать. Сейчас мы придем, мой хороший. Да? Давайте, детки мои, проходите, проходите. Угу. Давайте. А что такое? А что такое, солнце? Чего ты пройти не можешь? Ну-ка, погодите-ка. Это тебе Нори мешает или что? Что случилось? Узнайте, как прошел день. Ну что, малышка, заходи, заходи к нам домой. Не стесняйся. А что случилось, собственно говоря? Подождите. Нори, ты подожди, ты что? Варга, давай ты заберешь собаку, наверное. Не знаю, попробуй поднять. А, вот, все, он отошел, замечательно. Ну что, девчонки, а сейчас вы сможете пройти, болтать здесь? Ну-ка, ну-ка, давайте, девчоночки, не расстраивайте меня. Слушай, мне так приятно, что ты меня пригласила поиграть. Вот только я что-то пройти не могу. А, все, я поняла, ребята. Я же заперла дверь для всех. Заперла, вернее. Открыть. Все. Замечательно. Давай, малышка, проходи. Проходи. Обсудим с тобой интересы, да? Все, замечательно. И давай.
вручить подарок, дружеский подарок. Вот, зелье эмоций. Замечательно. Варка, все, я пошутила. Можешь отпускать собаку, с собакой все хорошо. Приподнять и умилиться. А, боже мой, ну-ка, ну-ка. Давай, давай, я хочу на это посмотреть. Ну-ка, давай-ка. Ну, а кто это у меня тут такой хорошенький? Кто у меня тут такой замечательный? Правда? Неужели это я? Неужели это вы про меня говорите? Это я хорошенький, это я замечательный. А-а-а! Боже мой, какая прелесть. Я просто не могу, я просто не могу. А-а-а, посмотрите. А-а-а, боже, боже, какая милота, ребята. Я просто не могу. Я просто не могу. Эти собаки, это просто какое-то чудо. Это просто чудо. Так, Джеромчик, ага. Добро пожаловать домой. Вот уже ты вернулся. Я просто обалдеваю. Так быстро пролетел этот день как-то вообще уже. И 5 часов вечера. Просто обалдеть. Так, мой хороший, давай продадим права издателю. Нори днем не спит. Вот, вот так вот, замечательно. Ну что, малышка, давай дари подарок. Давай, моя хорошая. Так, ну-ка, ну-ка. Ой, скажи, Джеромчик, я решила тебе посвятить серенаду, но понимаешь, у меня тут такое пушистое чудо на руках, что я просто не могу его из рук выпустить. Я так рада, что мы купили питомца. Так, вас... А, Шивон с нами хотел подружиться. Ну хорошо, хорошо, мы не против. Мы вовсе не против, да? Замечательно. Ой, воздушные поцелуйчики пошли, все. Замечательно. Давай. Давай ты у меня посадишь сюда Нори. А, все, хорошо. Мы молодцы, мы молодцы. Джеромчик, ну-ка, что у тебя? Ну, давай тогда пойдешь, попишешь книжечки, да? Хороший мой. Давай, иди. А, писать, написать книгу. И что мы с тобой напишем? Что мы с тобой напишем? Давай сценарий напишем. Так, дети мои, как у вас тут дела? Так, а где Мишелька? А где Мишелька? Ты вручила ей подарок или нет? Зайчик. Ладно, иди кушай. И потом обязательно мы с тобой должны подружиться с Мишель. Да? Так, Варга, ты отпустила Нори, замечательно. Теперь, я думаю, ты можешь пойти покушать у меня, в принципе. Пока что, да? Давай. Давай мы с тобой покушаем. Угу. Замечательно. Джеромчик, а ты? А ты? Так. Давай ты у меня попробуешь поухаживать за садом, да? А, да, я же тебе отправила книжки писать. Все. Я вспомнила, извините. Хорошо. Так, Нори, ну что, у тебя все в порядке? А, заяц? Ну, ты, по крайней мере, улыбаешься, это меня очень сильно радует. Да, хорошо. Так, и, кстати, у нас открыта, у нас же открыта дверь, да? Теперь получается, что и для Нори она тоже открыта. Так, однажды за обедом. А, это у нас сценарий, да? Однажды за обедом Нори выпрашивал еду. Вот так. Почему бы нет? Так, все. Мишелик, ты только не уходи. А, давай, сейчас мы к тебе подойдем. Ты даже не думай, сейчас будем с тобой дружить. Да. Мы просто там плохо себя чувствуем, решили покушать. Ты, кстати, не стесняйся, можешь всегда залазить в наш холодильник и тоже кушать. О, господи, а куда же вы пошли? Дорогие мои семики. О, началось. Начались в деревне танцы, да. За 39 земель начали ходить все мы, чтобы пообщаться. Это да. Так, давайте поменяем пеленки нашему сыночку, да. Поговорим с ним. Поласкаем как-нибудь, да? Почему нет? Отличненько. Ну что, девчоночки, дружитесь, дружитесь. М? Мишелька, кстати, тебе не холодно? У нас сегодня солнечно, но холодно. Солнце светит, но не греет, что говорится. Да? Давай обсудим с тобой дроби. Угу. Хорошо. Расскажем придуманные истории. Так, кто там тебе звонит? Конечно, Мелоди, приходи, мы будем тебе очень рады. Вообще, абсолютно без проблем. Так, отлично, ребята. О, да, это музыка, аллилуйя. Мы с вами закрыли жизненную цель. Светский львенок,
Да, о да, Джулия исполнила свою детскую мечту стать популярным ребенком. Полученная черта характера, дар общения, новые навыки общения развиваются быстрее. Классно. Ну-ка, дайте-ка дар общения. Персонаж, обладающий даром общения, во взрослом возрасте развивает навыки общения быстрее. Класс. Просто супер. Я по такому поводу, с вашего позволения, даже сохранюсь, потому что это прям очень знаменательное событие для меня. О боже, неужели мы с вами это сделали? Просто не верится. Так, давайте теперь будем задаривать подарками. Угу. Давай, зелье эмоций. Ну что, Мелоди, ты к нам идешь? Ты к нам идешь? Отлично, замечательно. Сейчас мы тебя встретим. Ты даже не думай. Давай, поднимем тебе настроение. И восхитимся пятистопным ямбом. Ты знаешь, очень крутая вещь, пятистопный ямб, я тебе скажу. Так, Нори встречает гостей, молодчиночка просто. Ну-ка, ух ты, это ты мне подарок? Правда, Слушайте, почему-то никому не нравится наше зелье эмоций. Наверное, никто не понимает, что с ним делать. А что, я в русалку превращусь, если выпью это зелье или что? Нет, ну, в русалку ты, конечно, не превратишься, но, знаешь, оно очень-очень прикольное. Я его сама делала на своем станке научном, да, так что ты не думай, это не какая-то там чепуха. Ой, ну ладненько, хорошо, спасибо. Слушайте, никому не нравится наше зелье эмоций. Показать питомца. А давайте покажем. Слушайте, мне так интересно. Такое действие классное, мне кажется. Так. Опа, опа, наш питомец. Привет, привет. Слушай, а ты же не можешь по лестнице спускаться или как, а? Зайчик, зайчик. Ну-ка, скажи, я вышел на улицу сам, да? Я вот такой уже взрослый пацан. Так, ты что, кушать хочешь, зайчик? Слушай, ну я жареную сырку съела. Может быть, съедем куда-нибудь покушаем или что? Деньги, если что, есть, это не проблема. У меня родители как бы богатые, ты не переживай. Можешь просить у меня все, что хочешь. Ой, ну спасибо, конечно. Так, давай поговорим с тобой про солнечную погоду, да? Джулия, оставь ты эту тарелку в покое. Вот, спасибо. Спасибо, ты меня услышала. Так, ну что ж, раз никому не нравится наше зелье эмоций, давайте тогда будем вручать симолеоны по 100. Ну, не знаю. Почему бы нет? Почему бы нет? Да? Слушай, тебе что нравится больше, холод или жара? Вот мне как-то довольно-таки комфортно и когда так, и когда так. Да? Слушай, а хочешь я тебе вообще питомца моего покажу, а? Это тот, про которого ты рассказывала? Ну да, он у меня очень классный, прям вообще такой собаки, закачаешься. Что ты, не можешь подойти? А ты мой хороший, маленький еще совсем. Ну ладненько, значит. Ну будем считать, что мы его и так показали. Вот он тут у нас стоит такой, весь красивый, такой весь пушистенький, мохнатенький. Слушай, я решила, что раз тебе зелье эмоций не понравилось, может быть тебе вот это понравится. В принципе, ты говорила, что у тебя нет проблем с деньгами. Ну знаешь, пускай это будут твои личные деньги на мороженки, и ты вообще, пускай у тебя будет там какой-нибудь личный, там, не знаю, сейф, тайничок, будешь вспоминать, когда вырастешь, вот, подарок от меня. Знаете, будем считать, что Джулия сама там сделала деньги, какие-то цветные. Ну что, понравится? Понравится? Ну скажи, да, деньги это классно. Конечно, блин, деньги всем нравятся. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Ой, а сколько же нам надо подарков-то подарить, а? Ну ладно, давайте еще раз будем, а потом какой-нибудь вручить смешной подарок. Вот так вот, да, попробуем. Почему бы нет? Так, да, Нори, давай забегай в дом. Так, ну что, зайчики мои, как у вас тут дела? Как у вас тут дела? Отлично, вы уже заценили новую комнатку, я очень рада. Скажи, молоди, ой, у вас тут так уютно стало вообще. Я помню, такой маленький был домишко. Я вообще просто в шоке, как вы так вообще быстренько отстроились. Я так за вас рада. Ух ты, это что, камин? Ну да, камин. Ой, как здорово. Надо будет Паулу сказать, что у вас тут все так круто. Я очень за вас рада. Блин, спасибо, спасибо, Мелоди, ты просто душка. Ты просто душка, что ты рисовать, что ли, хочешь?
Ну ладно, порисуй. И я не против, совершенно не против. Так, ну что? Ну что, как у нас дела, девчонки? Четвертый уровень обаяния, ёлы-палы. Обалдеть просто. Девчонка, ты жгёшь просто. Ну что, да? Ну, а конечно же, деньги. Спасибо большое, шикарный подарок. Ну еще бы, да. Так, ну что, Джулик, давай вручим с тобой смешной подарок, да? Почему бы нет? Не-не-не, стой. Малышка, стой, подожди. Давай с тобой, ты же хотела вручить смешной подарок, давай. И, да, посмотрим. Я не помню, сколько нам там надо подарков вручить, если честно. Вот. Но мне кажется, что немного, меньше 10. Смотрите, от счастья светится. Ну-ка, смотри, что у меня для тебя есть. Это необычный подарок. А ну-ка, интересно, а что там такое? Джулия, ты что там, напакостничала или что? Ну-ка, или там вообще ничего нет, а? Мне вот просто интересно. Ну-ка, только не говори мне, что ты туда положила какашку Нори. Скажи ха-ха-ха, очень смешно. Джулия, ну ты вообще, ну ты как всегда просто. Так, слушайте, ну что, скажи, блин, ну все-таки ты, конечно, такая выдумщица, прям супер. Ух ты, вау-вау-вау, слушай, отвратный подарок. Это был уморительно отвратительный подарок. Джулия такая смешная, что аж до коликов. Слушай, ты у меня только успокойся, я тебя очень прошу. Ты у меня, конечно, умничка, получила нашивочку, я за тебя очень рада. Да, мы с вами это сделали, замечательно. Давай-ка ты у меня... Так, мы с вами закрыли жизненную цель, мы можем вполне переключить вот сюда. Давай, Джулик, давай подойдешь сюда, получишь нашивку благотворительность. Угу. Так, отлично, ты дописал книгу, я очень рада. Я очень рада, ты молодец, ты просто умничек, да? Давай, иди сейчас поухаживай за садом. Обязательно хочу я, чтобы ты пообщался у нас вот с кем. Я думаю, что заплатка у нас соскучился. Соскучился по светским беседам с Джеромом. Так что, да. Давай с ним пообщаемся. Обсудим птиц. И расскажем анекдоты. Отличная репутация. Вау, супер. Джулия, ты просто умничка. И еще поведем светскую беседу. Да, обязательно. Обязательно просто. Да. Ну что, Мелоди, ты у нас там картину рисуешь? Смотрите, как прикольно. Слушайте, а я не хочу ее продавать. Я думаю, я ее повешу в жанре поп-арт. Спасибо, Мелоди, спасибо. Реально классно. Давайте вот так вот я заскриню. Первое творение, созданное в этом доме, в этой комнате вдохновения. Прям вообще супер. Мне нравится. Так, Джулик, а чё ты легла спать? Открыт доступ к наряду пугала. Знак благодарности за приятный разговор. Джером получает пугало заплатки, наряд и головной убор пугала, который можно найти в редакторе создания персонажа. Вау! Джеромчик, да вы с заплаткой уже лучшие друзья, я смотрю, да? Скажи, слушай, я так благодарен, костюм просто супер. Правда, тебе понравился, чувак? Я старался, я знаю, у меня очень крутой костюм. Так, искать семена в карманах. Давай попросим совета по садоводству. И скажи, слушай, ты же мне поможешь, если что? Да, вообще без проблем, Джером. Ты что? Ты такой классный. У нас с тобой такие светские беседы замечательные. Так, давай еще обсудим птиц. И еще анекдотец какой-нибудь расскажем. Почему бы нет? И что это? Отправиться в общественное заведение. Ага, хорошо. Без проблем. Так, у нас Филя проснулся. А Филя требует внимания. Филя, слушай, уже как бы, по-моему, 2 дня прошло с тех пор, как ты у нас... как почему-то у нас высветилась табличка, что Филя уже отмечает день рождения. Я вот все не могу понять, когда же он у нас подрастет. Ну, 2 дня точно прошло. Ну, ладненько. Так, Джулик, хороший мой, давай-ка ты вставай. Давай-ка ты вставай. Зайчик, да, ой, слушай, давай-ка ты у меня, наверное, попробуешь успокоиться, да, потому что мне что-то не очень нравится твоя вот игривость. Ага, компьютер у нас заняли, понятненько, ну, ничего страшного, я думаю, мы переживем. Я думаю, что мы, если попросим
Так, а где это вообще сеть? Играть. Вот, игра на скорость введения команд с клавиатуры. Вот, замечательно. Я думаю, что Мишель нам уступит место. Правда же, Мишелька? Ты же у нас хорошая девочка. Вот, замечательно. Спасибо тебе огромное. Так, кто-то нас помузицировать решил. Слушай, ты вместо того, чтобы музицировать, ты бы пошла у меня, попрокачивалась, на самом деле, в писательстве. Давай, упражняться в писательстве. Тебе это очень надо. Так, а нам с Жеромчиком, в свою очередь, надо книжечку. Надо книжечку-то, на самом деле, откопировать, да? Давай мы это с тобой сейчас сделаем. Создадим копию. Вот. Давай. Опа. А чего это ты таким светишься? Это от того, что сообщением растялся, я чуть не сказала. С растением общался. Прикольно. Прикольно. Так, копия. Да. Копию мы с вами отправляем вот сюда. Да, и пойдем с вами сейчас продадим права издателю еще. И возьмем почту. Нравится мне решение проблем настроения, конечно. Прям чудо-зелье. Очень мне нравится. Так, Джулик, давай мы с тобой потренируемся. Да? Погоди. Иди сюда. Ты чего? Ну-ка. Давай поиграем с тобой. А? Что такое? Что тебе тут мешает? Вроде же ничего не должно мешать, а? Ну-ка. Мы с тобой вообще должны получить наивысший результат. Да? Ну-ка, давай. Ага, это тачка. Да, я знаю, это Мишка. Ага. Супер, супер. Так, забрали корреспонденцию. Мне, правда, пора. Спасибо большое, что зашла, милая. Заходи. Будем всегда тебе рады. Да, кстати, как там у нас Нори? Давайте мы его, наверное, сводим в туалет. Давай, обнимешь его? Поднимешь? Угу. И, кстати, что мы тут получили? Снадобье досуг. Классно. Вот с досугом у нас часто проблемы, поэтому... Да, я пока что это все вот так вот безобразно ставлю сюда. Я обязательно разберусь на досуге с этой комнаткой, с нашими закромами. Да, надо будет нам это сделать, конечно. Слушайте, а я вот даже и так и не вспомню, что нам нужно для того, чтобы получить максимальный результат. Нам нужен навык видеоигр, да? Хорошо развитый или как? Мне вот интересно. Потому что моторик у нас 10 уровень. Это понятно. То есть, но по сути это же игра на моторику. Слушайте, я даже и не знаю. Ладно, ну посидим во всяком случае, да? Прям до упора. Посидим за компьютером. Так. Отлично. Джеромчик, ты поднял? Ты поднял? Нори, где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Ну-ка, подожди. Покажись. А, ты идешь поднимать? Все хорошо. Все хорошо. Да. Подожди. А, ну да, надо же сюда присесть, чтобы там поднять на первом этаже Нори. Я тебя поняла. Конечно же, без этого никак. Без этого просто никак. Так, Филя у нас спит. Филя спит крепким сном. Все замечательно. Я очень за него рада. Так, Джулия, что с тобой не так? Объясни мне, что не так с твоим компьютером, может быть, или что? Погоди. Давай, пожалуйста. Вот, пожалуйста, просто, я тебя умоляю. Нам с тобой нужно очень сильно этим заниматься. Пока, Мишелька, спасибо большое тебе за то, что ты стал нашим третьим другом. Вот просто выручила, как настоящий друг. По-другому не скажешь. Так, стоп. Стоп, отлично, отлично. Мы взяли на ручки нашу собачку. Все замечательно. Мы тут целуемся, обнимаемся. У нас все просто прекрасно. У нас тут просто милота милейшества. Замечательные отношения. Жеромчик, давай мы с тобой Нори вынесем на улицу. Да, нам нужно с ним поиграть, нам нужно с ним погулять, чтобы он у нас облегчился, да. А то он у нас маленький, может где-то и напудить не специально, да, отлично. Давай попроси сходить в туалет и прям несколько раз.
Да, хорошо. Хорошо. Так, Джулик, ну что, как твои дела? Может быть, все-таки действительно нужен навык видеоигр? Я прям не знаю, если честно. Как получить этот максимальный уровень? Да ладно. Так, нам с вами осталось получить 4 нашивочки. Юный ученый, натуралист, мастерство, гражданская ответственность. Наверное, самые тяжелые осталось получить на самом-то деле. Вот, надо будет нам куда-то выбраться, рыбку половить, лягушечек поискать. Да. И поделочек поделать. Так. Ты что, ты собаку бросил? Ты бросил одну собаку. Джером, как тебе не стыдно? Ну-ка быстро, ну-ка быстро. Беги сюда, беги сюда. И обязательно нужно похвалить Нори. Обязательно. И... дадим лакомство, да. Кстати, я не видела, чтобы он все, меня заплетается язык. Чтобы он кушал из мисочки своей, ни разу даже не видела. Давайте, все, понесем собаку в дом. Потому что тут, знаешь, тут всякие злые вампиры ходят. Это очень опасно, на самом-то деле. Тут, опачки, кучка номер 2. Нори, куда в тебя там влезает, скажи мне? Куда в тебя там влезает, зайчик? Ладненько. Слушай, только не вступи. Ну, вступит же, 100%. А не, смотрите. Ладно. Еще поднимем. Да, замечательно. Скажи, ну ты просто умничек. Аж две кучки. Ты просто вообще замечательный. И ни одной в доме. Какой ты у меня хороший. Скажи, да, я стараюсь, как могу. Стараюсь радовать своих хозяев, замечательных хозяев, которые со мной гуляют, которые меня обнимают, которых я люблю. Скажи, ой, ну мы тоже тебя очень сильно любим. Ну-ка, держи, мой хороший, держи. Так, Джулик. Как у Джулика дела? У Джулика все плохо. У Джулика все плохо. А рыбка Гуппи даже на паузе, это самое, по аквариуму передвигается. Это прикольно. Настолько он липкий, что обходит систему Sims. Да? Ну что, Джулик, слушай, у тебя моторика на максимальном уровне. У тебя уже, извиняюсь, логика, первый уровень. Ты должна прям щелкать эту игру, как я не знаю что. Интересно все-таки. Да ладно. Да ладно. О, ребята, счастье. Джулик, ты просто умничка. Ты просто умничка. Рекордный результат. Все, ребята, я с вашего позволения еще раз сохранюсь. Аллилуйя, аллилуйя, господи, мы с вами добили. Нет моему счастью предела. Мы с вами добили жизненной цели, ребята. Мы с вами закрыли 3 жизненные цели. Класс. Все. Я просто мега счастлива. Джулик, ты супер. Ты супер. Все. Падай. Падай на кровать. Падай спать. Ты умничка. Просто огромная умничка. Так. Изучить. А ты... ты собаку занесешь в дом или нет? Ну-ка. Давай поднять. Так, кстати, у нас там Филя плачет. О, да. Запоздалый, но все равно, тем не менее, не менее прекрасный звук, который означает, что мы выполнили жизненную цель. Я просто вообще вне себя от счастья. Варга, давай, наверное, отрывайся. Что тут у тебя с писательством? 44%. Боже, как медленно. Это просто ужас какой-то. Если честно, я аж прям... Я же прям не знаю, что у Варги так с этим все тупо идет. Надо на выходных нам будет этим заниматься, прям конкретно, да? Ну что, зайчик, пойдем с тобой уже домой, наверное, да? А то уже ночь, поздно, 2 часа ночи. Мало ли кто захочет украсть такого замечательного пёселя. Угу, ну-ка, давай я тебя в дом занесу. Замечательно, просто супер. Так, наш Джулик молодец. У него... Теперь физическое совершенство, да? Физически одаренные персонажи во взрослом возрасте развивают физические навыки быстрее. Вот так вот.
Это же просто красота. Просто красота. Ребята, три жизненные цели. Как вам такое? Как вам такое? Вообще, в шоке просто. Так, 1875 баллов счастья. Может быть, мы что-то прикупим нашей малышке? А? Как вы думаете? На самом деле, ну, это когда она станет подростком, я обязательно ей куплю любитель спорта. Да, нашему Джулику я хочу развивать фитнес. И любитель спорта ей понадобится. Что еще? Что еще? Охотница за бурями. Обожают грозу. Так. Ну, это не, нам не надо, в принципе. Что мы можем Джулику взять? Неужели ничего? Ну да. Все плюшки уже с 2000 начинаются, на самом деле. Да. Что я могу сказать? Ладно, давайте, значит, будем копить. Не будем пока ничего покупать из наградных черт характера, да. Будем все-таки копить. Так, Варга, как твои дела? Как твои дела? Давай ты пойдешь, знаешь что? Давай ты пойдешь погладишь Нори и... так, дать мяч. А как поиграть с мячом? Так. Я хочу просто поиграть. Как бы. Если можно, конечно. А хотя знаешь что? Давай мы его в ванне покупаем, а? Слушай. Давай, а? Ну что, мой хороший, пойдем с тобой купаться, а? Слушайте, мне кажется, досуг повысился, да? Ну что, малышка, пойдем купаться? Конечно, купаться, у вас тут такие классные ванны, я уже заценил. Еще в самый первый день мне так понравились. Скорее купаться. Пойдем, хозяйка, пойдем купаться. Я уже не могу дождаться, я так люблю воду вообще. Ну, на самом деле, сейчас узнаем, любишь ты воду или нет. Ой, такой маленького. Сейчас будем купать в такой большой ванне, да? Отличненько. Ну-ка. Дайте-ка мне это зафотать. Боже мой. Такой маленький, аж не видно. Ну-ка. Замечательно. Сейчас намылим тебе шорточку. Будешь у нас вкусно пахнуть, да? Будешь у нас хорошим, красивым, чистым собакой. Хорошо. Так, Джером, как у тебя дела? Играть в блик-блок. Нет, я думаю, что это не то, что тебе нужно на самом-то деле. Джеромчик, чем бы тебе позаниматься? Хороший ты мой. Мы с тобой книжечки опубликовали, да? Какашечки. Какашечки есть, цветки смерти есть. Хорошо. Чем бы нам позаниматься с тобой? Тут нам еще много-много писать на самом-то деле. Ладненько. Джером, ну-ка, ты вообще у меня где? Ага, к дочке заперся. Ну, ты молодец, конечно. Ничего, что она у тебя спит. Скажи, да, ничего страшного, я же тихонечко тут поскладываю блики к блокам. Все будет окей. Да, я думаю, что ты сейчас, раз тебе нечего делать, вот ты пойдешь вниз и дождешься свою жену, да, вот здесь вот на диванчике, и скажешь, что ты с ней хочешь поговорить. Хотя она у тебя устала, конечно. Вот, отлично. Ну что? Скажи, опа. Ну что, тебе понравилось, малыш? Отлично, да, мне очень понравилось. Только я хочу играть. Мой ты хороший. А как с тобой поиграть? А как с тобой поиграть? Может быть, нужно дать мяч? Где это было? Дать мяч Нори. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Ну-ка, Нори, пойдем. Давай, только не споткнись, я тебя умоляю, сладенький мой. Да, сейчас мы тебе дадим мячик. Ну-ка, Нори, стой, смотри, что у нас для тебя есть. Смотри, никуда не уходи. Варга, ты куда? Ага, ну ты молодец, конечно, да? Почему вы в ванной не поиграть с мячом? Да, это же самое прекрасное место. Ой, мы кушаем. Мой ты хороший. Извини, что отвлекла. Ну-ка. Отлично, вот. Вот, отлично поигралась. Замечательно. Вот,
как раз к тебе пришел твой дорогой любимый муж. Он прочитал мои мысли о том, что вам нужно поговорить. Сейчас он помоет посудку. Ты пока присядь. Ты пока говори, да, присядь. Я это... Убрать и помыть. О, отлично. Как раз. Откопай мне, пожалуйста, стакан, который ты сам непонятно куда положил в этой серии. Так, а что это? Нюки с мускатом. Ну, можешь поесть. Пока что. Если они нормальные, то почему бы и нет, да? Скажи, ну да. В принципе, что-то я тут на полусъеденную еду кинула. Угу. Ну да, Джерамчик, о чем ты со мной хотела поговорить, да? Что-то случилось? Давай пошлем воздушный поцелуй. Джером, нет, нет! Джером, иди сюда, иди сюда. Ты поговорить с женой хотел. Ну-ка. Скажи, ну что, любовь моя, что-то случилось? Что? Ты вообще хотела о чем-то очень со мной серьезном поговорить? Неужели ты хочешь себе какой-то байк прикупить или что? Ты что? Я ж не переживу, если ты себе байк купишь. Нет, милая, на самом деле байк мне не нужен. У меня и так все есть, я считаю, да. Только нам спортзальчик осталось построить, и вообще все будет просто замечательно. Это правда, ребят, нам нужно срочно построить спортзал. На самом деле, да. На самом деле. О чем хотел Жером поговорить с Варгой? Давай похвалим ее последнюю статью. И давай все-таки мы с ней поговорим душевно, да, я думаю. Душевно поговорим. Слушай, я понимаю, ты у меня женщина умная, и на самом деле я этого ни в коем случае не отрицаю. Я очень тобой горжусь. Ты прекрасный журналист. Ты очень много написала потрясающих статей, в том числе о вампирах. И на самом-то деле, я думаю, ты понимаешь, о чем я хочу с тобой поговорить. Ну да, я на самом деле догадываюсь, к чему ты клонишь. Ну вот, милая, ты ни в коем случае не подумай, что я как-то пытаюсь ограничить твою свободу или еще что-то в этом духе. Ты же знаешь, что я без ума тебя люблю, и именно поэтому я хочу лишь сказать, что я безумно за тебя переживаю, понимаешь? Ой, да не стоит за меня переживать, Жромчик, ты что? Я же, ты знаешь мой боевой характер, я никогда себя не дам в обиду, я вообще за себя постою всегда, абсолютно. Ты на этот счет даже не переживай, это глупости. Слушай, ну глупости не глупости, но тебя тут недавно приходили покусал кое-кто, и причем это не просто был какой-то вампир, а это был, между прочим, вампир из твоего клуба, у которого ты брала интервью и про которого ты писала статьи. Кстати, тебе никто не звонил, там ни... она не звонила, не извинялась. Скажи, Варга, нет, она не звонила, ничего. Я думаю, что это будет лишнее, ведь она думает, что я ничего не знаю, ничего не помню. Но да, но она сделала большую ошибку, то, что вообще это сделала, и то, что я это увидела, я думаю, она запомнила меня прекрасно, она запомнила, что я это увидела, не успела стереть мне память, поскольку уже был рассвет, я успела вовремя, в общем-то, среагировать. Да. Так. Что ты скажешь? Что ты скажешь? Делиться знаниями. Вот. Давай. Поделись знаниями. Ты у меня прошаренный в этой теме. У тебя 8-й уровень навыка вампиризма. Да? Слушай, я ж на самом деле почему переживаю? Ты знаешь, что я очень сильно этим по молодости увлекался, потому что, ну, как бы, мы должны уметь... Мы должны все знать об этих существах, потому что мы все живем в одном мире. И я тебе на самом деле скажу, что, ну, понимаешь, это не так уж и безопасно, то, чем ты занимаешься. И как ты сама видишь, это может сыграть очень плохую шутку. Слушай, я ни в коем случае не хочу тебя напугать, но ты вообще понимаешь, что у нас маленькие дети с тобой, и как бы... Скоро подрастет Джулия, а вот что, если бы она напала на Джулию, понимаешь? У Джулия у нас молодая совсем, умная девочка, у нее, скажем так, кровь посвежее будет, наверное, повкуснее. Ты вообще представляешь себе, а если она начнет нападать на наших детей? Если эти вампиры вдруг распоясаются или что? Да что ты такое говоришь, Джером? Нет, не может этого быть.
Я, конечно, ни в коем случае не оправдываю Морган, но, тем не менее, знаешь, она не специальная, она просто очень ревнивая, я ведь ее знаю, я ведь умею разбираться в людях, понимаешь? Это был минутный гнев, и все, как бы, я на нее даже не обижаюсь, понимаешь? Это все из-за Калиба, я просто не буду больше вообще к семейству Ваторы приставать, наверное, да и все. Ты даже не думай. Ох ты, боже мой, как ты меня напугал. Ты что? Дети для меня самое важное, что может быть в этой жизни. В интернете столько бредовых сведений о вампирах, да, скажет Жером. Вот, вообще, в интернете там нету достоверной информации о том, что они могут вводить в очень сильный гипноз, да и вообще столько опасностей, ты просто себе не представляешь. Ой, Джером, сейчас запугаешь вообще, запугаешь бедную жену свою. Так, давай еще душевно поговорим, да? Ой, скажи, Джером, я что-то уже так засыпаю вообще. Ну, слушай, я, конечно, все понимаю, что ты у меня очень хорошая девушка, ты хочешь дружить со всем миром, хочешь мира во всем мире, и я прекрасно уважаю, я прекрасно тебя понимаю, я уважаю твои попытки, которые ты предприняла для того, чтобы люди хорошо относились к вампирам, но как бы ты понимаешь, что не все могут заслуживать этого хорошего отношения. Слушай, ну я на самом деле не понимаю, вот чего ты хочешь, что ты хочешь мне сказать, чего ты хочешь от меня услышать? Ты скажи вообще свою, может быть, претензию, недовольство или что, и исходя из этого уже тогда будем разговаривать. Слушай, милая, ну у меня к тебе вообще нет абсолютно никаких претензий, ты сейчас только не злись на меня, ты должна понять, что я просто за тебя переживаю. Я все понимаю, мой хороший, но я еще раз тебе повторяю, за меня не нужно переживать, я сама разберусь с этой всей ситуацией. Ну, скажи, ты мне уже так говорила, да, ты мне уже так говорила, когда основывала этот клуб, ты вообще, ты тоже мне говорила, что сама со всем разберешься. Слушай, ну вот давай только не будем сейчас вот меня подкалывать, да и вообще, да ладно тебе, милая, прости, я не хотел тебя обидеть, просто я очень сильно тебя прошу, ты, пожалуйста, поменьше как-то с ними контактируй, что ли, и вообще. Попробуй отойти от этой темы и найти себя, возможно, в другой сфере, как-то писать про что-то другое. Ну, слушай, милый, я тебя услышала на самом-то деле. Да, я очень благодарна тебе за то, что ты обо мне заботишься, но я, в общем-то, я учту обязательно твое мнение, я ценю твою заботу, да. Я очень сильно тебя люблю и, ой, да я тебя обниму вообще. Мои симики просто вообще. Я ж не давала им это действие, понимаете? А они сами вот просто. Просто они меня слышат. Да. Они меня не слышат, мои хорошие. Да. Ну, в общем-то, наша Варка сейчас пытается сказать Джерому, что чтобы он не переживал, скажи, ты просто не представляешь, как я сильно тебя люблю, я очень сильно люблю наших детей, я очень переживаю за них, ты не думай, но не переживай, все будет правда хорошо, я тебе обещаю, честное слово, не стоит даже за меня беспокоиться, милый мой. Ну да, видите, наша Варга на самом деле грустная, потому что ей обидно. Ей обидно, ей печально, что все вышло именно так. Между отношений, в общем-то, между нею и Морган, да, что ревность погубила вот эти вот такие зачатки дружеских, довольно-таки трогательных отношений. Так, давайте уже буду отправлять моих симиков спать, потому что Варка у меня совсем уже убитая. Да, все. Давай, Джером, отпускай жену. Отпускай жену. Давай перед сном еще погладим с тобой Нори. Скажи да. Я надеюсь, что все у тебя будет хорошо, ты найдешь себя в другой какой-то сфере, и что тебе больше никогда ничего не будет угрожать. Вот на этом мы пока что сошлись. Да. Наша Варга на самом деле будет думать, что с этим всем делать, потому что она сама понимает, что ситуация на самом деле не очень безопасная, да, к сожалению. К сожалению, все сложилось так, как есть, и на самом деле, да.
Будем думать, что с этим всем делать. Ух ты, мой хороший, что ты плачешь? Что ты плачешь, зайчик? Или ты просто отскукиваешь, а? Солнышко. Солнышко мое. Так, Филя плачет, Филя плачет. Я поняла, я вас поняла. Слушайте, когда же повзрослеет этот ребенок? Я просто не представляю. Я просто не понимаю, у меня шок. У меня просто шок. Я не понимаю, когда этот ребенок повзрослеет в конце-то концов. Жромчик, не переживай. Сейчас жена обо всем позаботится. Да? Давай, все. Ложись спать. Давай, давай, все. Отдыхай, мой хороший Симик, отдыхай. Так, а что ты там хотел убрать? Тарелку какую-то? Или что? А где? Или ты просто хотел набрать... А, ты воды, может, хотел выпить? Ну, понятненько. Да, в общем-то, Варка будет думать, на самом-то деле, что ей с этим всем делать. Закрывать полностью клуб или как-то просто, не знаю... Возможно, просто поменьше общаться с той же Морган, например. Или исключить из общения только семейство Ваторы. А может быть, действительно стоит как-то немножечко потихонечку начать отстраняться от вампиров и просто начать писать статьи в какой-то другой сфере. В другой нише, да? В общем-то, да. Будем с вами разбираться, будем смотреть. Я слышу, как где-то гавкает Нори. Пёсель, ты где? Ты где, солнышко? Ванну? Ванну хочешь, мой хороший? Так, опять плачем, ёлы-палы. Ёлы-палы, Филя, что ж такое, что ж с тобой не так? Так, давайте поменяем пелёнки. Вот, и на такой вот ноте, когда наши родители оба подскакивают, да? Скажите, ну да, это не с Джулией вам. 2 дня и все, и уже взрослая самостоятельная малышка. Это вот так вот, как бы, да. Вот на такой вот ноте, я думаю, что мы с вами закончим нашу серию на сегодня, да? Да. В принципе, у нас уже прошли с вами 7 сутки, поэтому, да. Ну что ж, ребята, приключения наших Ллойдов мы с вами продолжим уже в следующей серии. Да? Так, стоп. Стоп. Так, отлично, отправиться в начальную школу. Ну хорошо, отправляйся. Так, наш Нори заснул. Просто замечательно, просто замечательно. Наконец-то поспит этот неугомонный ребенок. Да? Давай сходим с тобой только в туалет для начала. И душик примем. Вот, и наша малышечка уже будет отправляться в школу, а я на этом буду все-таки заканчивать нашу серию. Я надеюсь, что она вам понравилась, и что вам нравится вообще то, что у нас происходит в семье. Да, я буду, как всегда, ждать ваших комментариев, ваших советов, возможно, по поводу каких-либо... сфер нашей игры. Арчибальд Кот. Говорят, твои Мишель Уорд теперь друзья, она мне нравится. Ага, супер, спасибо, Арчи. Да, Мишелька классная, мы знаем. В общем-то, да. Буду ждать вашего мнения в комментариях. А пока что всем большое спасибо за то, что вы смотрели эту серию. Всем до новых встреч. И всем пока-пока.